Дорогие друзья, только что стало известно, что тесты, которые я сдавал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованием Роспотребнадзора я ухожу на самоизоляцию. Чувствую себя удовлетворительно, симптомы как при легком гриппе. Поэтому пока буду находиться дома. У тех, кто со мной контактировал и на работе, и дома, анализ отрицательный. У супруги также не подтвердился, но во избежание каких-то рисков мы приняли решение соблюдать режим самоизоляции совместно. Хочу сказать, что ранее один из сотрудников окружной администрации был госпитализирован с положительным диагнозом на коронавирус. Поэтому сейчас все сотрудники проходят тестирование. Все, у кого будет выявлен коронавирус, будут отправлены на карантин. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности.